Забыв о делах насущных, с раннего утра и до вечера, если не идет дождь, брещане наслаждаются благами, которые им дарит природа. Но она, эта природа, благосклонна к тем, кто уважает ее и соблюдает элементарные правила поведения, как в общественных местах, имеется в виду пляжи, так и на воде. Для тех, кто безалаберно относится к предупреждениям, отдых на водоеме таит немало опасностей. О безопасности людей заботятся и специалисты санитарных служб. Поэтому, по результатам нестандартных микробиологических исследований отобранных проб воды на водоемах пляжа Центральный города Бреста, а также на пляже базы отдыха озера Белое, приостановлено купание детей и взрослых. Занятия водными видами спорта не запрещены.